На международном форуме «Дни космоса» в Казахстане Байконур – колыбель мировой космонавтики состоялась презентация создания свободной экономической зоны Байконур. С докладом на форуме выступил аким области Куанышбек Искаков. Как известно, президент Касым-Жомарт Токаев во время посещения области в мае текущего года отметил необходимость определения эффективных механизмов развития города Байконур и создания свободной экономической зоны. При этом было подчеркнуто, что масштаб и уникальность космодрома предоставляют отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами. Аким области в своем выступлении на форуме сообщил о том, что подготовленный концепт и проект межправительственного соглашения по созданию свободной экономической зоны Байконур. Идет согласование с заинтересованными государственными органами. В целях развития туристского потенциала космодрома разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны Байконур. Проект включен в топ-10 карты туристификации Казахстана. До конца года будет подготовлено технико-экономическое обоснование.